динамичные движения и музыка. Этот танец был выбран первым не случайно. Артисты своей хореографией изображали непростой шахтерский труд. В номере «Донбасские парни» вся сила и упорство представителей этой профессии, являющихся символом Угольного края. Концерт черкесски заслуженного государственного академического ансамбля «Песни и танцы Донбасс», приуроченный 85-летию со дня образования коллектива, состоялся в рамках федерального проекта «Мы – Россия». В репертуаре за годы накопились сотни композиций, поставленных как в новое время, так и вошедших в золотой фонд ансамбля. Но к номеру «Донбасские парни» особенное отношение, ведь до 1957 года коллектив даже назывался «Шахтерский ансамбль песни и пляски». Это единственный творческий коллектив, награжденный почетным знаком «Шахтерская слава первой степени». В этом номере мы показываем шахтерский труд. Еще будут в программе «Казачий номер», «Моряки Азовской флотилии», то есть номера нашего края, и связанные с морем, и с трудом шахтерским, и с казачьей, потому что Донбасс многонациональный край, поэтому наша программа тоже очень разнообразна. Сейчас у нас большой тур по России, очень много городов уже пройдено, очень теплый прием в каждом городе, хорошие зрители, тепло прекрасно принимают, и очень многое еще впереди. У ансамбля действительно очень насыщенный гастрольный график. Концерты проходят практически каждый день. Впереди еще 30 выступлений. У жителей российских городов появилась возможность познакомиться с творчеством коллектива, а оно многогранно. Наряду с народными танцами и песнями зрители могут услышать любимые советские мелодии. Грустные звезды, поисков ласки, сквозь сию вечность летят до земли, море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. Во-первых, концерт у нас при участии местного коллектива, ансамбля «Эльбрус». Я думаю, это ваша изюминка республики. Да, мы, конечно, счастливы работать на одной сцене, потому что это, ну, очень важно для любого артиста. Вот, интересно что-то новенькое посмотреть, пообщаться и подружиться с коллегами. «Эльбрус» представил всю палитру кавказских танцев. Это искрометная лезгинка, тустепсил, парный танец «Абизек» с мгновенно узнаваемой и такой любимой музыкой. На концерте от имени главы республики Рашида Тимрезова был зачитан приветственный адрес, в котором говорилось о том, какая большая честь принимать артистов из Донецкой Народной Республики. Нас объединяют не только великое культурное наследие и богатая история, но и традиционные ценности, среди которых любовь к родине, уважение к старшему, семья, дружба. Нас объединяет нечто большее – борьба за свободу, за светлое будущее для наших детей, за возможность трудиться под ясным небом, за право жить в мире без национализма. Уверен, каждый присутствующий по достоинству оценит разнообразие, колорит и эмоциональность программы ансамбля «Донбасс», артистизм и мастерство его участников, почувствует силу искусства, которое во все времена объединяло, созидало и направляло. Вот и сегодня этим замечательным концертом мы хотим поддержать всех тех, кто сейчас сражается за нашу мирную жизнь, российских военных, армейцев Донецкой и Луганской народных республик. Ребят, которые героически
самоотверженно стоят за свое отечество. Наши сердца бьются в унисон. Верю, отстоим правду и в очередной раз покажем всему миру, как сильна, несокрушима и непобедима наша великая страна. В зале, наверное, не было человека, которого не тронула прозвучавшая в зале молитва о Донбассе. Зажгите храм тысячи свечей за все. Директор ансамбля и художественный руководитель Ольга Горячева говорила: коллективу есть чем гордиться и есть что показать. Как у любого профессионального ансамбля, у них тоже есть своя изюминка. Артист и руководитель выразили надежду, что они смогут показать зрителям настоящий донбасский характер. Без преувеличения им это удалось. Сидевшие в зале по достоинству оценили мастерство певцов и танцоров. Знаменитая матросская пляска никого не оставила равнодушным. Пляски Донбасса сменялись кавказскими ритмами, среди которых танец причерноморских адыгов, вызвавший немало восторгов в зале. На концерте зрители могли увидеть лишь малую часть репертуара ансамбля. Он насчитывает более 300 хореографических и вокальных номеров. Но такие знаковые, как «Донбасские парни», «Моряки Азовской флотилии», «Русский танец», а также известные народные песни, конечно, были представлены и по достоинству оценены жителями и гостями республиканской столицы. Yeah.
Ансамбль «Донбасс» – визитная карточка Донецкой Народной Республики, один из востребованных коллективов региона. Он год от года демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни. Коллективу на празднике желали мира, добра, творческих успехов и нескончаемой зрительской любви.